Добрый день, друзья! Вот недавно был вопрос о том, как определить возраст индюка. Единственное, что могу сказать, это нужно смотреть шпоры. Девчонка, ну вы уж отойдите как-нибудь. Ну, кричать не надо, девочки. Дайте я хоть индюка шпоры покажу. Не видно же. Сейчас увидим. Вот смотрите, это индюк двухгодичный. Ну, хвост ставила, и все, ты хоть тресни ее. Ну, давай я вас покажу, какие вы красивые у меня. Давай, ножки нам покажи, пожалуйста. У нас опять ливень, вот. Это шпора двухгодичного индюка. Я так вам могу сказать, что где-то она должна быть 2-2,5 сантиметра. Ну, вот как у него приблизительно. Что касается индюшек, честно, я вам даже не подскажу. Понятия не имею. Как определить возраст индюшек? Ну, очень сложно. Я не скажу так. Потому что просто не знаю. А индюков, вот, смотрите на шпоры. В принципе, как и у петухов, как и у других птиц. Если, конечно, владельцы шпоры обрезали, то, ну, понятное дело, там смотреть нечего. Там уже можете не смотреть. А что касается вот индюшек, у них ничего у них не понятно. У них ножки все как ножки. Не могу понять. А расскажите, как вы определяете? Я вот только так могу. По-другому я не понимаю. Вот. Мои хорошие, красивые зайки. Мамины зайки красивые. Ох, мои туши. Туши как туши. Они вообще, ребята, неподъемные вот эти вот. Их просто поднять невозможно. Вот, так что жду ваших советов, как вы определяете возраст индюков. Почем я, ну, точно, вот кроме как шпор, больше ничего не подскажу. Вот. Все, всем хорошего дня. Так, не кусай меня здесь. Что ты меня кусаешь?